Россия пойдет на Казахстан? Об этом заявил опухший Гиркин. Сейчас России предстоит очень серьезная борьба за Казахстан. Независимо от того, чем закончится эта война, то есть если Российская Федерация сохранится, если она победит в этой войне, потому что если мы не победим, у нас вообще ничего не будет. Дальше предстоит сражение за Казахстан. И немного я занимался этим регионом по службе, то есть какие-то у меня есть базовые знания. Но я внимательно слежу за теми процессами, которые там происходят сейчас. И они крайне негативные.